глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В окупированном Донецке выпускников так называемой Академии МВД ДНР собираются отвезти на фронт без документов. Залишимо мовою оригіналу для тих, хто дуже гучно кричав «Реся, прийди». Ну ось, прийшла. Далі мовою оригіналу журналіста Тетяни Шевченко. Діалог UA. В начале полномасштабного вторжения армия РФ в Украину курсантов из Академии МВД ДНР бросили на передовую. 8 лет оккупанты знали, что войной на Донбассе Кремль не ограничится. А потому воспитывали оставшихся в Ордо детей в условиях российской пропаганды, готовое пушечное мясо. Именно этих подростков отправили в Мариуполь на передовую, а теперь после так называемого выпускного хотят снова бросить на фронт. 1 июля родители курсантов Академии устроили акцию протеста. В ответ на их требования вооруженные мужчины в камуфляжной форме приставили пистолет к голове ребенка. Еще один юноша, который заметил, что происходящее снимают, сказал: «Я был на передовой без офицера, меня бросили». Инцидент попал в кадр. Также в сети появилось фото рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона оккупантов. Там прямо написано, чем будут заниматься курсанты Академии МВД ДНР. Первый и второй курсы будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения. Курсантам 3-го, 4-го и 5-го курсов повезло чуть больше, их записали как мясо. Уже несколько месяцев в Ордло проходит принудительная мобилизация. Оккупанты забирают прямо с улиц мужчин призывного возраста, несмотря на состояние здоровья. Так на передовой нередко оказываются мобилизированные с плохим зрением, слухом и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Служба безопасности Украины показала допрос двух инвалидов из непризнанных ЛДНР, которых РФ принудительно мобилизировала и использовала в войне против Украины. Им посчастливилось попасть в плен ВСУ. Судя по показаниям, РФ начала мобилизировать людей с инвалидностью с первых дней так называемой спецоперации. Один из пленных сообщил, что был схвачен комендатурой по дороге на работу еще в конце февраля. Ему выписали повестку, несмотря на большие проблемы со зрением. «Я инвалид, 3-я группа. Глаз не видит с детства. Видел в Новоазовске ДЦПшников и одноруких. Всех забирали», — рассказал пленный ЛДНРовец. Он пожаловался, что РФ их оснастила из средств индивидуальной защиты только старыми касками. Бронежилетов мобилизованным, по всей видимости, не полагалось. Несмотря на это, их бросили под огонь украинской армии. Говорили, что будем стоять на постах, проверять документы. «Мы заселились в разбитые дома, прятались в подвалы, потому что обстрелы, страшно, все хотят жить, это не наша война», – жаловался коллаборант на допросе. Еще один пленный сообщил, что в Ордло вообще не утруждались проведением медкомиссий. Он попал в ряды оккупационной армии РФ, несмотря на тяжелую травму головы, ранее имел перелом черепа и гематому. Более того, с его слов, бронежилеты им пришлось покупать за собственные деньги. Бизнес по их реализации среди мобилизированных организовала РФ. Из брони ничего не дали, только каску и пестик, стрелковое оружие, бронежилет пришлось покупать у россиян, рассказал подсобник оккупантов. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!